Так, включила новое видео. Вот, ребятушки, когда вы меня спрашивали, упал у вас... Ну, там некоторые меня спрашивали еще летом, у вас упал фуникулер. Вот, пожалуйста. Вот этот фуникулер упал. Вот. Теперь он не работает. А я все время хотела его посмотреть. Короче, сейчас я вам сниму тут канал Рек. В общем, сейчас мы дойдем до низу. Вот, смотрите. Придется подождать, когда они тут пройдут. Вот, смотрите, посмотрите, как тут тоже все в корке. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. 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 Видите? А тут все, видите, еще корочки. Видите? Наши линии, видите? Это лучший город, который я видел. Отвечаю. Особенно экспрессия. Посмотрите, вот здесь корка, да, лежит, посмотрите. А, сейчас, кстати, прыгнула рыба. Выпрыгнула рыба из воды. Посмотрите, корка. Видите? Я же говорю, это их машина. Только наши могут припарковаться в этом месте. Вот смотрите, тоже песок, видите? Посмотрите, песок спрессовался. Вот там тоже, видите, камни уже отдельно лежат, посмотрите. Вот. Сейчас я вам покажу, куда он идет. Видите, пороги тут. Эти идиотики не понимают, что вообще снимаю. Ничего, вы сплетничаете, я сплетничаю. Потому что, ну, вы слышали, что они говорили, я надеюсь. Вот видите, как корка тоже, да? Слой, слой, а там... Посмотрите, просто слоем выложен, да? Посмотрите, а там вообще ровненько, да? Посмотрите. Кстати, всегда под мостом часто, вот именно под мостом хорошая кладка, а потом уже так себе не очень. Вот. Сейчас я вам покажу там стены еще. Вот представляете, этот ресторан теперь, вот где упал этот фуникулер этот, как вот они там сидят, едят, я вообще не понимаю. Представляете, вот эти люди поехали, да, и потом вот там где-то в горах вот где-то упали. Ужас. Это практически у них на глазах, которые вот люди... Ну, посмотрите, вот, видите? Сейчас покажу вам. Вот, вот она вот едет, да, видите, туда. И вот где-то вот там, представляете, на глазах вот ресторана всего, она падает, да, вот, посмотрите. Видите, да? Вот. Так что, ребятушки, ой-ой-ой. Ну и смотрите, я все время вам говорю про эту фуневи, про этот фуникулер. И смотрите, я дошла до него, да, интересно. Вообще, абсолютно не думаю о нем. Вот тут у нас, кстати, розовый гранит, видите? Видите? Вот. Вот наши линии эти. Про которые говорят туннельчики, камни. Ну ладно, посмотрите опять это. Посмотрите, какие там полосы, да, вот эти слои. Посмотрите, да, видите? Видите? Слои стен, посмотрите. Видите? Вот слои стен. Окажется, что это сад такой, понимаете, заросший. Вот. Ну ладно, пошли. Я спрашиваю. Маскузи! Скузи! Сеньоры! Куэста фунове кадута! Куэста фунове кадута! Куэста! Кадута! Окей. Я говорю, что это... Да, дедушка такой какой-то вообще. Я, как обычно, спрошу помощь. Извините, меня совсем уже еле ходит, блин. Теперь сейчас я от него не отвяжусь, блин. Вот, я хочу, кстати, туда пройти. Вперед, там еще берег такой классный. Сейчас я... Масенький. Жалко, конечно, но просто я, как обычно, блин.
на свою голову. Не знаю, здесь есть ли дорога, чтобы поснимать еще по озеру. Посмотрите, сколько, да? Сколько стоит пароходиков. Вот. Тут-то. Хочу поснимать вот там вот. Видите? Смотрите. Вот там. Видите? Но не знаю, можно ли до туда дойти. Нет, лучше знаете что? Я сейчас пойду по каналу реку этому вверх. Там он больше. Я хочу сказать. Там. Или это может быть не тот, может еще один есть. Потому что вроде как там больше был. Ну, пойдемте. Вот так, как обычно, наши мартири. Вот смотрите, сначала угробили. Посмотрите, какая прелесть, да? Все равно, какие виды, ребятушки, посмотрите. Но это уникальные виды, ребята. Давайте подойдем к озеру, блин. Все-таки, я считаю, уникальные виды. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, я медленно проведу. Блин. Видите, как видна стена отсюда хорошо. Ой, удивительно, какая-то вообще просто сказка натуральная. Видите? Там уже солнце, видите, как бы хочет вытащиться. Сейчас я подойду поближе. Ой, так он еще и машину водит, блин. Я думала, он уже вообще свихнулся, а он еще машину водит. Жалко, что это есть вот эта вот штука, блин, да? То, что фотографию сделать, блин, совсем не то. Я думаю, вот туда, по-моему, уже идет, я так понимаю, в Бавину. Бавену. Дорога. Блин. Блин, посмотрите, я именно вот тут, где больше всего ямка была, вступила. Я сейчас чуть ногу себе не сломала. Я просто думаю опять вот о наших русских. Ну что за люди вообще? Я вообще не понимаю. Я говорю, что, ребятушки, у меня опыт уже такой, что с отечественниками, с нашими, что ой-ой-ой. Я говорю, что я когда училась, ребятушки, в Петрозаводске, приезжала с ребенком на заочном, никто со мной садиться не хотел. Можете себе представить? Потому что они боялись, что я как это предатель родины, короче, прикиньте, да, вообще такая вообще мутатень просто. И мне казалось, это такой там вообще каменный век, это понимаете? Но еще я могу сделать. Не хотели садиться со мной, считали, что лучше от меня держаться подальше, понимаете? Вот так вот. Видите, посмотрите там стены наши, да, яркие вот. Видите туннели. И туннели обязательно, видите, над какой-нибудь, видите? Над каким-нибудь узлом. Ну, называйте энергетические, я не знаю. Я не могу точно вот это, потому что, ну, когда все говорят одно, мне хочется другое говорить. Ну, потому что тоже под доказательство того, что это какое-то энергетическое, понимаете, тоже нету. Но узел какой-то, да, и там вот под ним обязательно туннель. И вот, посмотрите, опять наша синусоидная волна, ребятушки. Вы поглядите, она уходит, посмотрите, под землю, да, понимаете? Не просто под воду, а еще и под землю. Видите? Видите?
знаете. И я не думаю, что это наши сделали вот такие волны. По всему, считай, по всему берегу. Смотрите, какой, какая. А там, кстати, что торчит. Смотрите, стены торчат. Какая вода прозрачная, да? Все можно снимать. Смотрите, смотрите. Стены, да, какие? Смотрите. И там тоже. И вот эта волна, смотрите, синусоидная, смотрите. Натуральная синусоидная волна, цветочек по всему. По всему берегу. А эта гора какая, да? Ой, какая гора вообще. Как красиво она вся вот торчит. Романтик, романтик, ребятушки, романтик. Натуральный романтик. Ну и тишина, мертвые с косами стоят, да? Ну вот, кстати, вот буквально, да, мертвые с косами стоят, ребятушки. Люди, которые упали, 15 человек, они стоят тут теперь навсегда. Привязаны к этому месту, понимаете? Вот. Смотрите, видите, стена, стена, кстати. Смотрите. Видите? Пожалуйста. Ну, это тоже стена, естественно, где я стою. Ну, какие-то колонны. Так, ну здесь нам идти нельзя. Так, я сейчас пойду по каналу все-таки, ребятушки. То, что очень сильно отдаляться мне. Ой, ну какая красота вообще. Ой. Сфотографирую сейчас. С любого вообще, хоть с какого ракурса, он красив. Правда, не видно это. Посмотрите, какие горы, да? Посмотрите, посмотрите. Не видно, правда. Опять все оттенки серого, да, у нас? Не видно белой башенки, но... Это маме... Мама у меня художница, и маме хорошая эта тема для рисунков. Там, посмотрите, как тоже. Ну ладно, все, хватит. Сейчас сделаю. Просто я их потом обрабатываю и ей пересылаю. Скажите, некоторые мне сейчас скажут, она мне интересна. Но некоторые, причем некоторые один там напишет, одна или один. Обычно это одна. Одна напишет, но за всех главное. Нам это не интересно. За себя напишет главное. Ну, не интересно, так что, господи. Мне-то что? Это не мои проблемы. Ну ладно, пошли, ребятушки. Видите, они вот туда ехали. Они ехали вот туда. Наверх. Да, кстати, так еще и гора называется Моттарона. Это вообще почти Моттарелла наш. Этот Моттарелла запросил жертвы, блин, 15 человек, да? В размере 15 человек. Посмотрите, тут тоже наша стена, посмотрите. Видите, закругляется. А, идет туда, наверх. И со трубами роста еще. Так, ну что, включаю новое видео.